Сделать детям праздник – это так просто и очень ценно. 1 июня, в День защиты детей, яркое и веселое шоу устроил медицинский центр «Авиценна». Маленьких белореченцев ждали мыльные пузыри, шары и подарки, а их родителей – детский смех и счастливые лица. Мы сегодня проводим мероприятие, посвященное Дню защиты детей. В рамках мероприятий, которое проводится в Белореченском районе совместно с администрацией района. Мы считаем, что этот праздник немаловажен, особенно для нас, потому что основная часть наших пациентов – это дети. Постарались через соцсети охватить большое количество людей и сообщили в садике, школы о мероприятии, которое будем проводить. Большая и красивая цель этого праздника – дать детям ощущение защищенности, окутать их заботой, теплом и любовью. И с этой задачей центр справился на все 100%. Веселыми ведущими на праздничном мероприятии в Авиценне стали друзья малышей «Страны чудес» Розочка и Цветан. Они развернули перед ребятами самое настоящее волшебство. Мы обнимемся немножко, солнце светит, пусть в окошко мы, ребята, обнимашки. Дети играли, бегали, смеялись, искали пропавших сказочных троллей, которых взяла в плен злая колдунья. Она думает, то, что если есть тролли, то можно быть счастливыми. Мы спасем тролли! Да! Что-то ведь... я не слышу. А громче можете? Ведь тролль тролля не бросит! Благодаря сплоченности малышей тролли были найдены. Особым гостем праздника стал глава района Иван Имгрунд, который поздравил маленьких белореченцев и их родителей. Нам очень важно, чтобы вы росли здоровыми. И телесно, и духовно, и это все взаимосвязано. Ваши родители, детский садик, врачи, которые вам будут помогать всегда по жизни и быть счастливыми и красивыми. Всех вас с праздником! Спасибо! Разрешите от имени нас, нашей клиники, вручить благодарственное письмо Ивану Ивановичу, без которого этот праздник бы не состоялся. Хотим вас поблагодарить за то, что вы нам делаете, и вручить медаль «Самый лучший человек». Ура! Ура! Здорово! Спасибо, спасибо! Мероприятие удалось на славу. Было видно, что и дети, и взрослые получали огромное удовольствие от проведенного представления. А яркое первоиюньское солнце подсвечивало лучезарные улыбки маленьких участников и добавляло праздничного настроения. Спасибо большое организаторам за данное мероприятие. Наши дети получили огромное удовольствие. И сейчас они придут, еще и подарки получат. Впечатление замечательное. Спасибо всем огромное. Впечатления общие очень позитивные. И что организовали вот такой замечательный праздник, это вообще просто прелесть. Дети такое наслаждение получат. Да мы даже взрослые, не то чтобы дети. Молодцы. Все для детей, все для нас, как это, все для народа. Дети – прекрасные и нежные цветы жизни, которым необходимо повышенное внимание и особый уход, благодаря чему они вырастут сильными и здоровыми людьми. Обеспечить им гармоничное развитие и рост – задача родителей, учителей и врачей. Медицинский центр «Авиценна» в очередной раз подал прекрасный пример того, как нужно заботиться о малышах и в будни, и в праздники. Ольга Волкова, Сергей Чернецов, «События и люди».